Привет всем, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем прохождение еще одной очень интересной инди-игрушки Mousecraft, которая представляет собой логический пазл. Что ж, почему пазл? Ну, собственно, давайте начнем игру, чтобы узнать почему. Такой котик интересный, котик Шрёдингера. Многие его называют взбешенным котом Леопольдом, но на самом деле это обычный кот Шрёдингера. Игрушка сделана на английском языке, но я думаю, это не помешает. Жаль, конечно, что нет звука, точнее, голоса нет. Приходится читать титры. В принципе, сейчас стало модным, что игры начали портироваться с мобильных телефонов на... Так, это что у нас такое? Здесь управление мышкой, да? Да. Первая миссия. Check out the... даже не успеваешь прочитать. Ну да ладно. И что же он собирается делать? Разбить копилку? Crash. Ух, как он богатый. Пуговица и лишь одна монета. Сыр? Зачем коту сыр? Ух ты. Действительно странный кот. Он не ест мышей, а наоборот их кормит. Help the cat and his taglara by leading at least one mouse. Одна мышка, один сыр to this cheese. Ага, отлично. И чего нам нужно с ним сделать? Так, press play to start. Ну, начинаем. Мышки у нас пошли. Mine can jump. Та-та-та-та-та-та. Понятно, вот нам дали кубик, нам нужно что-то с ним сделать, чтобы мышки додуплили, как прийти обратно. Я так понимаю, нужно поставить его сюда, и теперь мышки смогут перепрыгнуть через один кубик. Это, я так понимаю, тренировка. Это что? Ух ты, можно ускорить. Прикольно. Жесть. Так, все три мышки добрались, отлично, мы набрали кучу баллов. Написано perfect. Значит, отлично. Так, это у нас... нам уже нужно будет логически додуматься, какие кубики куда вставлять. Кстати, игрушка напоминает Тетрис. Ну и действительно, почему бы не напоминать Тетрис, если здесь все фигурки как раз из Тетриса. Так, ну что ж, не буду долго разговаривать. Это мы поставим сюда. Это сюда. Ну, а это, естественно, сюда. Круто. Play. Сейчас нам котик положит сыр. Press here E to speed up. То есть можно нажать E, а можно нажимать вот сюда вот. Ну, отлично. Опять все три мышки, опять напишут perfect. Отлично. Так. Rotate bricks with та-да-да, or press space. Ага, поворачивать, значит, фигурки можно... Ага. Так. Так. Ой, а чего-то упало? Нет, нет. Как тебя убрать? А как убрать фигурку? Боже, как убрать? А, вот, отмена. Вот, все отлично. Так, начну с простенького. Это поставлю сюда. Эту мы возьмем, покрутим, покрутим. Поставим сюда. Ну, а эту мы достанем, покрутим и поставим сюда. Вот. Отлично. А что вот это такое? А, это приостановить, наверное. Давайте play. Давайте мы ускорим мышек, чтобы они быстрее прыгали. Так они прыгают куда более веселее. А, отлично. Ух ты, какой-то бриллиантик упал. Бриллиантик. Телефон. Hello. Бриллиантик можно обменивать на деньги. Деньги можно обменивать на сыр. Ага, то есть, чтобы получить новый уровень, вам нужно собирать эти бриллиантики, чтобы покупать сыр. Угу, отлично. Anima Shard. Ага, crystal with great value in this place. Mousecraft, коллега, нету. Шрёдингер can continue his experiment. Понятно, короче, нам нужно их собирать.
чтобы эксперимент продолжался. Ага, отлично, дальше. Perfect. Ну, это пока что такие разгрузочные уровни. Так, теперь тут уже, видите, началось что-то посерьезней. Так, достанем. Это мы поставим так. То есть собрать можно, все замечательно. Теперь вот это мы возьмем, поставим сюда, чтобы можно было допрыгнуть. Ну, а это, я так полагаю, мы поставим вот так. Да? И, в принципе, да, все можно собрать. Что ж, давайте начнем. Так, как всегда, чуть-чуть их ускорим. Собрали, собрали, собрали. Отлично. Да. Мы круты, дорогие друзья. Продолжаем дальше. Блин, графика настолько четкая и настолько простая. Так, у нас есть один кубик. Так, please raise the mouse first. А, то есть нам нужно сначала пустить мышек. А, я понял. Они сначала дойдут сюда, и пока они дойдут сюда, нам нужно будет поставить этот кубик сюда. Угу, давай вылазь быстрее. Чик, поставили. Подождите, пока они доберутся до сыра. Ну, отлично, подождем. Ладно, давайте чуть-чуть ускорим их. Тик-чик-чик-чирик-чирик. Опа. Бомбовский кот. Псих лопает на заднем плане. Вообще круто. Нет, это, конечно, крутая игрушка для тех, кто сидит в офисе и кому нечем заняться. Угу. У нас есть раз бриллиант, есть два бриллианта. Income stages, bricks are. Угу. Так, сюда они залезут, туда тоже залезут. То есть нам нужно будет сделать так, чтобы они потом куда-то пролезли. Так, стойте. А что если сделать сначала? Пропустить их? А если поставить сюда, они заберутся, нет? Я ж надеюсь, заберутся. Эй, уберись. Эй. Так, ладно. Вот, мы сначала поставим вот эту штуку. Или нет? Да, все-таки, наверное, вот эту штуку мы должны поставить потом. А потом еще и вот ту штуку. Наверное. Или нет? В общем, что-то мы должны будем поставить. А если мы сюда поставим? Ага. Понятно. Так, тогда мы, наверное, сделаем вот как. Мы вот эту штуку снимем. А, давайте, наверное, запустим наших подопытных. Чтобы они немножко прошли. Потом мы поставим сюда. Так. Active Pals. А, то есть мы можем во время их прохождение нажать паузу. F. Пауза это F. Uh-huh. You can use it to freeze time. Ну, отлично. Нам пауза не нужна. Теперь мы, короче, делаем что-то такое. Вот так мы сделаем, да? Да. Круто. То есть, стойте, а мы можем во время паузы ставить кубики или нет? Так, все, у нас все три мышки. Да, и все три бриллианта. Perfect. Конечно, perfect. Как же еще? Так, Mike can fall down for max 3 balls. Ага, то есть мышки могут прыгать максимум через три коробочки. Блокс, блокс, извините, balls. Блокс. Понятно. Ага. Так, то есть что? А, тут совсем простенько. И все? Давайте запустим. Быстро, быстро, давайте. Оба, оба. Так, мы собрали все три бриллианта. И все мышки целы, здоровы. Ну, замечательно. Так, вот, теперь уже совсем интересно.
Так, ну, короче, вот это они собирают, вот это тоже собирают. Ага. А, стойте, они могут падать только через три блока. То есть мы вот эту штуку, наверное, вложим сюда. Они падают, идут до сюда, собирают это. И пока они доходят до сюда, я ложу вот эту штуку сюда. Да, все прекрасно. Значит, запускаем мышек. Да, как раз. Кстати, а вот пауза. О, смотрите, во время паузы можно тоже ставить. Круто. Уберем паузу, она пока нам не нужна. Жесть. Так. Упрыгивай. Да, во время паузы можно ставить. Супер. Замечательно. Ну, пока что все очень просто. Но я в предвкушении того, что это только пока. Дальше, наверное, будет куда сложнее. Ух ты. Бомба. Что нам дает бомба? Brick bomb. Угу. Collect them to destroy bricks. Ага, то есть мы можем уничтожать коробочки. А какие? Любые? Я так понимаю, сейчас будет еще один туториал. Да, у нас есть три бомбы. Мы берем бомбу. Бух. Бух. А тут еще время какое-то есть, или ими можно сколько угодно хлопать? Так, стойте. А, здесь всего лишь два кристалла. Ну что ж, пустим наших подопытных мышек. Бум-бум-бум. Все к сыру. Отлично, наш механизм заработал. Так, жмем дальше. Так. Значит, что мы имеем? У нас есть коробка. Нам нужно собрать. Так, а что есть у нас еще? У нас нет больше ничего. То есть у нас есть одна бомба. Мы взрываем. Собираем. Потом мы взрываем это. Хм, а как взорвать это? Так, здесь уже какой-то подвох. Но это нам нужно взорвать по-любому. Хм. Ладно, давайте сначала запустим. Посмотрим, что произойдет. У нас есть две бомбы. Вот оно что, дорогие друзья. Круто. Я же совсем не понял, что можно взорвать нижний блок, и верхний упадет просто вниз. Хм. Да. Интересно. Очень круто. Тут нужно думать. Оказывается. Так, запускаем мышек сначала вниз. А что потом? Я понял, дорогие друзья, как это сделать. Я глупец. Да, я глупец. Вот. Сейчас мы подождем, пока они заберут. Все. У нас схвачено. Ну, правда, уровень будет несколько оживленным. Так, мы ускорили. Теперь мы положили. Так, правильно, ускоряем. Вот, теперь мы нажмем паузу. Возьмем наш динамит. Взорвем. Включим опять ускорение. Достанем кубик. Так,
поставим фигуру сюда. Так. Замечательно. И теперь нам ничего не мешает пройти уровень. Все, дорогие друзья, я понял. Замечательно. Ух ты. Какая-то крыса. Что она делает? Ротоид. Она, получается, поедает наших мышек. Вот противная крыса. Не-не-не. Perfect. Продолжаем дальше. Левел 12. У нас есть крысы, которых, я так понимаю, можно убивать. Да или нет? Сейчас мы это проверим, дорогие друзья. Да, их можно убивать. Замечательно. Угу. Ну, а эту крыску, я думаю, мы закроем. Все? Да, все, можно начинать прохождение уровня. И теперь можно ускорить. 2, 3. Почему ты 2 показал? А, 2 бриллианта. Ну да, 2 бриллианта. Perfect. Проходим дальше. Так, наши мышки вверху. Нужно, чтобы у нас есть 2 такие фишки. Нам нужно собрать все кристаллы. Я так понимаю, нам нужно поставить здесь. И теперь нам нужно поставить так, что ли, чтобы собрать все кристаллы. Да, но я так понимаю, мышки, ой, крысы эти съедают, поэтому нам нужно будет запереть их здесь. Поэтому мы немножко подождем, ускорим. Отлично. Замечательно. Perfect. Конечно же, perfect. Далее. Маускрафт. Ух ты. Ага. Так, у нас есть теперь бомбочки. И 14 уровень, какая-то коробка. Интересно. Что же это будет? Что ж, давайте. Это уже, знаете, серьезно. Что ж. Давайте попробуем пройти один уровень. Так, у нас мышки идут сюда, забирают бомбочку. После чего мы взрываем. А что мы взрываем? У нас 0 бомбочек. Вот что вот это такое? Ладно, я так понимаю, мы взрываем вот это. Это падает на 2 уровня вниз, за счет кубика утапливается вниз. Но после этого... Ладно, разберемся, что будет после этого. Музыкальное сопровождение на высоте. Просто на высоте. Так, у нас вот это падает вниз, и нашей крысе будет простор. Но, я думаю, ничего страшного не случится. Замечательно. У нас есть 2 бомбы, и я знаю, что с ними сделать. Давайте подождем, пока наши мышки убегут. Теперь мы взрываем это и взрываем это. Оп. Замечательно. Я надеюсь, я сделал все правильно. Или нет? Или да?
Или нет? Так, стойте. А что теперь будет, если я взорву тут? А, ничего хорошего не будет. Все-таки я сделал что-то неправильно. Хм. Стоп, давайте начнем заново. Мы пускаем наших крысок. Пускаем. Ускоряем. Нажмем паузу. Ну, здесь мы сделали точно правильно. Это падает вниз. Теперь нам нужно что-то так грандиозно взорвать, чтобы это все упало капитально вниз. Я... кажется... понял, что для этого нужно сделать. Сейчас немножко ускорим, чтобы крыски, наши мышки быстрее дошли и взяли бомбочки. Теперь, если я правильно понял... Ой, стойте, нет. Нам надо убрать паузу. И мы очень не вовремя... Ой, мы не вовремя взорвали. Хм, жаль. Вот. Нужно взрывать сейчас. Да, теперь мы заперли нашу крысу. Теперь мы взяли бомбочки. И теперь мы делаем так. Да! Ну, правда, я пока не знаю, что делать дальше. А, так у нас есть два динамита, и теперь, в принципе, мы можем взорвать здесь. И... мы можем взорвать здесь. Да, все. Все бриллианты мы собрали, все мышки благополучно дойдут. Замечательно. Левел 15. Угу. Что у нас есть? У нас есть две ненасытные крысы, которые нужно убить. А знаете... Ой. Ну, в принципе, неплохо. Почти неплохо. Так, у нас есть одна бомбочка. То есть нам нужно сделать так. И нам нужно сделать так. После чего мы можем запустить... А что мы можем запустить? А я понял, что мы можем запустить. Мы должны сделать вот что. Оу! Ну да, мы должны сделать это, но чуть-чуть попозже. Так. Мы ставим раз, мы ставим два. Оу, немножко не сюда я ее поставил. Так, вот это у нас здесь, а вот это у нас здесь. Теперь мы должны все рассчитать. Так, это сюда. Когда мышки будут здесь, надо, чтобы крыски были здесь. Ладно, выпускаем наших мышек. Оу! Нет, мы не рассчитали. Так, так, так. Вот, я надеюсь, что теперь мы рассчитали. Что? Почему?
Почему одна крыска умерла? Нет. Она упала слишком высоко. Ага. Ой. Не то. Немного не то. Нет, стойте, а так она тоже не пройдет. Я думаю, сюда и одной мышки должно хватить, чтобы собрать. Ой, недостаточно. А кубик мы поставим, но нет, тогда не пройдут наши мыши. А знаете что? А мне кажется, что все-таки... Или мне это только кажется? Да, мне это кажется, потому что я не знаю, как потом убрать вот эту вот штучку. Знаете что, дорогие друзья, давайте-ка я на этом уровне закончу данный обзор и прохождение, начальное прохождение игры Mousecraft, и уже в следующем видео вы узнаете, как же все-таки мне удалось пройти этот сложный уровень, что же все-таки в той таинственной коробочке со знаком вопроса. Ну, а для того, чтобы увидеть новую серию, от вас требуется ставить больше лайков, чтобы я видел, что видео интересное, вам действительно нравится, но если вы ушли далеко вперед, дальше, чем я, дальше 15 уровня, то не поленитесь посоветовать мне все-таки, как пройти 15 уровень. Ну что ж, дорогие друзья, на этом спасибо за то, что вы были с нами, и до скорых встреч!